Все персонажи в этом фильме вымышлены и не имеют сходства с кем-либо. Предостережение Даса. Перевод на русский язык Ольга Шабанова. Десять лет в работе. Компания шестилетней давности. Оборот в 10 тысяч крор, 5 тысяч сотрудников и 20 тысяч членов их семей, зависящих от них. В одночасье все они окажутся под угрозой. В чем причина? Наша 25-летняя мечта — увидеть мир, свободный от рака. Если идея решит эту проблему, я не знаю, когда она появится. Если это человек, не знаю, когда он прибудет. Быть сметенным наводнениями. Неужели я не найду хотя бы соломинку, за которую можно ухватиться? Сэр, готово, сэр! Как только утром вы явитесь на дежурство, работайте с искрой. Все свои встречи перенесите на вечер после шести. Одна ошибка, и вы уволены. Запомните. ఒంటిలో ఫుల్ షుగర్ ఉన్నాడు స్వీట్ షాప్ లో కూసున్నట్టు అన్ని ఉంటాయి అందటట్టు ఏది కాదు మీది ఒట్టు మంది ఉంటారు మీకు చుట్టూ రోజు ఫంక్షన్ జరిగినట్టు సేవలెన్నైనా చేసి పెట్టు వాళ్ళ తిట్లే మీకు గిఫ్ట్ మీ స్టోరీలో డ్యూటీ చేసే సూర్యున్న పునా డబ్బు చుట్టూ గ్లోబే తిరిగినా మనిషి విలువ మాత్రం తరుగునా మామా
Веселись! Папа! Сынок, в чем дело? Что случилось? Почему ты подарил мне такую бедную жизнь, что я даже не могу попытаться ради красивой девушки, стоящей прямо передо мной? Тебе она так сильно нравится. Мое сердце встревожилось, как только я увидел ее маму. Мне действительно весело наблюдать за тобой. Но что это за история с мамой и папой? Ничего, Мава, бро. Я потерял свою мать из-за рака очень юным. Меня отправили в сиротский приют. Там я и познакомился с этими мамой и папой. Поэтому радость или печаль мы делим между собой. Зачем ты звонил мне? Эй, минуту. Твой заказ. Эй, ты весь горишь от лихорадки. Зачем пришел на работу? У меня закончились отгулы. Ну, у тебя же... Извините. Где мой заказ? Почему так долго? Да, я это возьму. Добрый вечер, мэм. Вот ваша сангрия. Наслаждайтесь своим напитком. Что это? Мэм? Это что? Напиток, который вы заказали, мэм. Вы принесли мне заказ, даже не зная, что я заказала? Сангрия из красного вина. Это то, что вы заказали, мэм. Действительно? Это то, что я заказала. Это мой напиток. Попробуй. Где управляющий? Боже, что происходит? Мэм, мне очень жаль, что случилось. В моем напитке нет бренди. Кришна Дас, что это? Вы как обслуживаете клиентов? Посмотрите, вот что происходит, когда вы нанимаете бродяг в отель. Это и есть ваше 20-летнее наследие. Извините, мэм, мне очень жаль. Твоя зарплата меньше их счета. Ты это понимаешь, Кришна Дас? Ты что, не знаешь, что нужно быть осторожным? Мэм, я приношу извинения за причиненные неудобства. Я заменю ваш напиток. Я ведь рассказывала тебе, как вести себя с клиентами, верно? Извинись перед мэм. Извинись. Извините, мэм. Извините, мэм, я позабочусь о том, чтобы этого не повторилось. Посмотрите, вот что происходит, когда вы нанимаете бродяг в отель. Твоя зарплата меньше их счета. Так было с детства. Черт, так было с самого детства. Кроме нас с вами, кто-нибудь когда-нибудь говорил с нами ласково? Обращался ли кто-нибудь с нами, как с людьми? Она может быть и богата, но у нас есть свое собственное самоуважение. Она сказала, что мы с улицы, только потому, что мы официанты. Как только мы появляемся на службе, кто-то или что-то нам постоянно напоминает о нашей низменной жизни. А что в этом нового? Мы рождаемся без денег. Но мы никогда не должны умирать без денег. Сколько будет стоить приехать и потратить, как она? Даже нашей месячной зарплаты не хватит. Пусть тогда это обойдется нам в двухмесячную зарплату. Мы придем, как клиенты. Посмотрим, будут ли они относиться к нам с уважением хотя бы тогда. Когда-нибудь я куплю этот чертов отель! Приятель, но нам нужна подходящая одежда. Если мы разбогатеем и построим такой торговый центр, как этот... Я займусь парковкой, а я поработаю в дворике. Черт возьми, когда вы рядом, никто не может оставаться нищим. Отлично, но как мы можем внезапно разбогатеть? Давайте проведем репетицию. Добро.
Сэр? Говори, Рангая. Младшая сестра выходит замуж. Сколько тебе нужно? Хотя бы 500. Ты хочешь быть дешевкой даже на практике, Рангая? Проси большего. Мне бы 50 тысяч и... Вот. Но здесь только 500. И это мои 500, которые он тебе дал. Дай сюда. Ты работал на меня как вол. Нет, готовил мне в течение 10 лет. Ты сказал, что твоя сестра выходит замуж. Подари ей эту одежду от ее брата. Но вы платите мне. Я дал тебе жизнь, заплатив жалование. Могу я купить твоей сестре одежду на свадьбу, Рангая? Вы считаете сестру повара своей сестрой? Эй-эй-эй! Мне не нравится все это на публике, Рангая. Сэр, ваша сдача? Все в порядке, оставь себе. О, черт, черт, а почему так жарко? Пятизвездочный отель без кондиционера? Дешевки. Эй, что это за наряд? Где купил такие дешевые костюмы? Не переусердствуй. Ты нежный кокосовый орех. Я сломаю тебя и выпью до дна. Не трать время на дешевых людей. Эй, пусть будет так. Верно, сэр. Будет очень полезно, если вы сможете судить мне 50 крор. Хорошо, встретимся завтра. Благодарю вас. Здравствуйте, сэр, как ваши дела? А, все в порядке, дорогая. Надеюсь, с гостеприимством да, все да, в порядке. Да, отлично. Но позаботьтесь о них, они важны для меня. Определенно, сэр, не волнуйтесь, хорошо. Я все сделаю. Эй, пожалуйста, не скупись, чувак. Дешевле, чем у тебя. Эй, мой менеджер, братан. Эй. Да, да, они увлечены этим проектом. И они готовы продлить кредит. Ваша смена закончилась, так? Что вы трое здесь делаете? Сегодня мы хотим насладиться отелем, как гости, мэм. Из всех отелей вам пришлось выбрать именно этот. Нехорошо тратить деньги, которые мы заработали в этом отеле, на какой-то другой отель, мадам. Развлекайтесь вон там, в углу. У нас здесь клиенты. Хорошо, мэм. Не будьте так суровы, мадам. Эй, забудь об этом. Идем. Кто они? Сэр, они работают здесь, сэр. Официант? Иди сюда. Можно меню? Ты же здесь работаешь. Зачем тебе меню? О, черт. Эй. Мы потратили много денег и пришли сюда как клиенты. Поддержи нас, Нагеш. Ладно. Текила стоит 3000 рупий плюс налоги. Возьмем 5 бокалов текилы. 5 бокалов? Позже нам придется делать все, что делает Шакила в фильмах, чтобы расплатиться. Некоторым людям просто не хватает элементарного здравого смысла. У меня пропало настроение и энтузиазм по поводу выступления. Принеси 3 бокала вина. Хорошо. Так-то лучше. Давай, давай, Нагеш, неси сюда. Эй, Нагеш, а побольше не мог налить? Тебе тут и так много. Давайте, ваше здоровье. Слушайте, сегодня выпьем только это, потому что у нас нет денег, чтобы заказывать еще. Почему я так быстро ловлю кайф здесь? Ребята, почему-то я чувствую, что могу петь лучше него. Это слишком опасно. Спасибо вам всем. Привет. У нас здесь гость, который хочет исполнить для вас песню. Давайте, ребята. Это моя любимая песня. Надеюсь, вам понравилась эта песня. Благодарю вас. Почему они смеются? У них нет вкуса. Где мои мама и папа? Привет. Ты очень хорошо пел. А? Спасибо. Профессиональный певец, да? Ничего подобного. Я просто пою, когда мне хочется. В любом случае, спел хорошо. И это тоже моя любимая песня. О. Честно говоря, ты хорошо спел. Честно говоря, я вам очень благодарен. Пока. Эй, Кришна! Эй, что это было?
Она подошла ко мне, завязала разговор, сама меня обняла. Она напомнила мне, как великий певец тратится впустую на работу официантом. Кроме того, она пришла с кем-то, но обняла меня. Скажу, как твой отец. Покажи ей богатую жизнь. Иначе я возьму богатый нож и нанесу тебе богатый удар. Это мое богатое обещание. Ладно, благослови меня, Господь. Да исполнится твое желание. Пускай эта девушка будет твоей. Она уходит. Не волнуйся, если она влюбилась в тебя, она обернется. Сейчас, сейчас. Вот, обернется. Вот, идем сюда. Думаю, она с каким-то парнем. Давай я тебя подвезу. Нет, нет, не нужно. Давай, идем. Я не хочу, такси дождусь. Ну, давай же. Аджай, прошу, оставь меня. Отпусти, прошу. Пусти. Ты что, не понимаешь, что ли? Аджай! Пойдем. Не устраивай сцен, оставь меня. Идем, говорю. Босс, она этого не хочет. Оставь ее в покое, не заставляй ее. А ты занимайся своим делом. Уходи. Она сказала нет, так? Ты кто такой, черт возьми? Тебе конец. Поезжай домой. Отгоните машину. Эй, тебе не стать моделью, слышишь? Да, как будто твой отец владеет индустрией моды. Ты в порядке? Ага. Да, вниз, вниз! Сегодня наш день. Эй, смотри, он пропивает 3000 рупий плюс налоги. Твое имя? Кирти. А ты кто? Простите, сэр. Да. Одно маленькое сомнение. Да, говори. 3000 умножить на 2, это сколько? Очень просто. У тебя в кармане есть телефон? Да, сэр. Достань его, найди калькулятор и сложи вперед. У тебя совсем мозгов нет, чтобы так беспокоить. 2 текилы, друг, и очень крепкий. Но когда вы увидите счет... Эй, проваливай, уходи. Кстати, какие у тебя увлечения? Мои увлечения? Мытье посуды, снятие чаевых. Я шучу. Пою, как раньше. Занимаюсь йогой, танцую. Ух ты! А твои увлечения? Сэр, я мои? Только что посчитал. 3000 умноженные на 6 – это наша зарплата за январь и февраль, сэр. Не наша зарплата, ваша зарплата. Не так, сэр. Давайте сохраним январь и февраль. Эй, какое мне дело до вашей зарплаты? Прости, у тебя проблемы? Нет, мой водитель и мой шеф-повар просят меня о прибавке к жалованию. Повтори. А девушка у тебя есть? А? У тебя есть девушка? Что заставило тебя задать мне этот вопрос? Вообще-то... Сэр, вы пропили весь этот год и еще 5 месяцев. Пожалуйста, сэр, попытайтесь понять. Ты ревнуешь, что со мной разговаривает девушка? Иди отсюда. Он кричит на нас, посмотри. Повтори. Я должна кое-что сказать. Так скажи. Ты действительно думал, что хорошо поешь? Да. Тебе повезло, что большинство этих людей иностранцы. Никогда не пой на телугу. Почему бы и нет? Они тебя побьют. Я умею петь, и английские песни. Правда? Джастин Барбер, Шикара. Я могу спеть тебе 2 пробные песни, если хочешь. Одну минуту. Эй, вы понимаете это? С нами разговаривает девушка. Она сидит с нами и разговаривает. Надо делать так каждый выходный. И я хочу сделать это только с Кирти. И мы оба почти влюбились друг в друга. Но мы все сейчас попадем на улицу. Эй, потерянные деньги можно снова заработать, бро. Потерянное можно заслужить, но ты тратишь слишком много. Эй, не надо много усилий, чтобы заработать миллионы, если мы захотим. Ты помнишь, как тяжело было для нас достать этот костюм? Вы, ребята, невероятны. Эй, вы рассуждаете, как мои друзья. Подумайте об этом, как родители.
Мы не знаем, случится ли это еще когда-нибудь. Прекрасно. Если бы мы были друзьями, мы бы этого не одобрили. А как родители, иди вперед. Да, именно. Хорошо. Ребята, она потеряла сознание. Отличный шанс. Уходим. Куда ты меня ведешь? И что делать? В 408-м есть парень, приехавший на свадьбу. Сейчас вроде как номер пустой, и вернется он не раньше 11. Ты отведи девушку в лифт, а мы пока подготовим комнату. Зачем брать случайную комнату? Давайте закажем номер. Мне придется почку продать, чтобы заплатить за это. Прошу, иди. Девушка все еще там, заберем ее. Давай пойдем и подготовим. Осторожнее, осторожнее. Куда мы идем? Осторожнее. Нет, скажи, куда мы идем? Ты перегнула палку, тебе нужно отдохнуть. Почему ты пришел туда именно в тот момент? Почему ты его ударил? Ты влюблен в меня? Я тебе нравлюсь. Впервые за долгое время я улыбаюсь. Спасибо тебе. Жасмин смеется в постели. Вот он идет, вот он. Тихо. Храбрый воин здесь, храбрый воин. Эй, прекратите. Ее нет. Тихо. Все, тихо. Иди сюда. Мы и так много потратили, давай хотя бы ты получишь удовольствие. Ладно. Я серьезно, забудь, что ты джентльмен, прошу. Хорошо. Ладно? Слушай, у тебя есть оружие? Оружие найдет свой собственный путь. Убирайтесь отсюда! О, боже. Наверное, ты смотришь слишком много фильмов. Доброе утро. Доброе утро. Ты забронировал этот номер для меня? Нет. Эта комната доступна для меня в течение всего года. Я богат, так бывает. Ладно, я ухожу. Уходишь, да? Тебе не хочется сегодня идти в офис? А ты забавный. Мне нужно в хостел. Ой. Могу я подвезти тебя? Все в порядке, возьму такси. О, я хотел подвезти тебя на своей машине. Давай я провожу тебя вниз. Ладно. Сэр, сэр, сэр. А счет, сэр? Они заплатили, да? Нет, сэр. Какие-то проблемы? У вас есть моя визитка, так? Возьми ее. Простите, сэр, но вашей карты здесь нет. Государственный банк, серебряная карточка, пароль 1280. Нет, сэр, вашей карты здесь нет, сэр. Послушай, у меня есть кредитка, я могу оплатить счет. Как давно вы приезжаете в этот отель? Вчера впервые. Я приезжаю сюда уже 6 лет. Эта девушка новенькая, поэтому она меня не знает. Ладно. Ты позволь мне показать тебе кое-что необычное. Я хочу, чтобы ты увидела. Одну сэр, минуту. Прошу, но счет. Одну минуту. Но, сэр... Посмотри на эту картину. Я разберусь с девушкой. Всего 2 минуты.
Я умоляю вас, позвольте мне отправить ее домой и вернуться. Насколько грубо вели себя вчера твои друзья? Должно быть, они сказали это ради шутки. Пожалуйста, не унижайте меня перед ней. А что, если я пожалуюсь менеджеру? Да. В прошлый вторник. Что вы делали с гостем в номере 502 после вашей смены? Чем вы были заняты? Мне сказать? Он пил пиво в номере, но вы не выставили ему счет. Это отель вашего отца, а? А? Так, где моя визитка? Да, сэр, ваша визитка здесь. Иди, оплати счет. Эти пятизвездочные люди, ленивые, сумасшедшие люди. Ты же знаешь, они не проверяют карты. Я ей сказал, серебряная карточка. Слепая девочка. Между прочим, что ты заметила на этой картине? На самом деле, я ничего не поняла. В этом величие картины. Пойдем. Ну как, сделал? Да, я сделал это. Красавчик! Ну как, прошло? Это было превосходно. Боже, насколько хорошо. Необычно. Ага. Не раз, три раза подряд. Должно быть, у нее в первый раз такое. Расскажи поподробнее, чувак. Ничего такого. Сначала я снял крышку. Наверное, про платье. Затем достал половник. Половник? Он сделал это? KCPD? А потом? Я все это съел. Вам придется снова варить рис. Там ничего не осталось. Мы же не про еду спрашиваем, а про вас с девушкой. Эй, неправильно так вести себя с пьяной девушкой. Ждать, когда в тебя влюбятся, не обязательно. Тем более с пьяной. Ты дал так много обещаний. Я, Кришна Дас, торжественно обещаю, что буду наслаждаться. Не помнишь? Что случилось? Ребята, у меня никогда не было таких намерений. Я хочу, чтобы она была моей спутницей жизни. Но Дживита уже замужем. Эй, о чем ты говоришь? Подожди, дорогая. Не он. Если они оба вас услышат, у вас будет... Если вы не заплатите за квартиру, тогда я вас. Сэр, мы оплатим через 2 дня, сэр. Какие еще 2 дня? Если не заплатите за квартиру прямо сейчас, вы останетесь здесь, но вещи будут вывезены. Подождите, вам нужна арендная плата? Дело сделано, проверьте телефон. Здравствуйте, мистер Чандрашекхар. Как ваши дела? Как поживает ваша семья? Поздравляю, вы получили арендную плату в размере 8000 рупий от вашего арендатора Ади. Я понял, благодарю вас, наслаждайтесь. Веселитесь! Но у нас нет денег. Как ты заплатил ему через Google? Я просто прислал ему сообщение, где сказано, что ему пришли деньги, и все. Я переведу их потом. А что, если он узнает? Что-нибудь придумаем. Как поживаешь, дядя? Все хорошо. Как ваше здоровье? Нам же вчера заплатили. Зачем тебе деньги? Это дорогостоящая история, дядя. Ты не поймешь. Сколько? 10 000. Интерес? Такой же обычный. Хорошо, я переведу. Иди. Доброе утро, мадам. Доброе утро. Зачем ты вмешиваешься в ее дела? Эй, я хочу пойти куда-нибудь с Кирти сегодня днем. А как же твоя одежда? Я переоденусь. Почему ты снова чешешь свою бороду? Что случилось? Тебе же нужна будет машина. У нас уже есть план. Вот как? Но справитесь ли вы с автовладельцем? Эй, это просто. Я позабочусь об этом. Но обязательно скажи ей правду сегодня. Мы официанты, и давай останемся официантами. Не давай ей ненужных надежд и не обманывай ее. Эй, в честь чего собрание? Простите, мадам, простите. Извините, мадам. Ади, ты должен быть на парковке. Что ты здесь делаешь? А вы должны быть в Болливуде. Что вы делаете здесь? Вас когда-нибудь спрашивали об этом? Ладно, ладно. Давай, иди работай. Хорошо. Найди себе уже кого-нибудь. Алло. Эй, Кирти здесь. Привет. Намасте, сэр. Ключи. Почему ты вдруг захотела проехаться со мной? Вообще-то вчера ты спас меня от Аджая.
И я была с тобой всю ночь. Без сознания, а ты меня даже пальцем не тронул. Многие мужчины только в свидетельстве о рождении являются мужчинами. Что это? Очень немногие являются мужчинами по рождению. О ком она говорит? Это ты. Потому я и сказала, что хочу проехаться с тобой. Эй, мачо, скажи ей, что у нас ничего нет. Я должен тебе кое-что сказать. Я забыла твое имя. Ты даже не помнишь моего имени? Ну, вчера мы выпили по меньшей мере 10 рюмок. Имя? Угадай. Правин. Суреш? Нет. Навин? Нет. Санджай Рудра. Кто это? Почему отрицаешь? Это твое имя? Почему ты так уверена? Ты доктор Санджай Рудра, генеральный директор Pharma Life. Здесь твоя визитка. Визитка? Доктор? Красавица с мозгами? Почему ты скрываешь это? Думаешь, я не знаю, какие услуги вы предоставляете своей медицинской отрасли? В наши дни люди призывают к встрече с прессой, ничего не предпринимая. Но ты так много делаешь, и в то же время ты такой простой. Перестань флиртовать, скажи ей правду. Я собирался все рассказать, но она поставила меня в затруднительное положение. Пройдемся по магазинам. Прошу прощения. Прошу прощения. Почему он смеется? Видимо, какой-то сумасшедший. Официант! Меню. Говорите, сэр. Ваше лицо выглядит знакомым. Хорошо. Принесите мне меню. Не сердитесь. Веселитесь. Эй. Ты действительно великолепен. Твоя индивидуальность — заслуга твоих родителей. Прошу, познакомь меня с родителями. Пожалуйста, отвези меня к себе домой. Домой? Если мы внезапно вернемся домой, моя мама будет расстроена. Ты говоришь, как студентка колледжа. Ты же генеральный директор компании. О, да. Девушки возвращаются домой и устраивают вечеринки. Должно быть, это обычное дело. Я имею в виду, вдруг... Если ты не хочешь брать меня с собой, все нормально. Я проявлю понимание и снисходительность. Извини. Все совсем не так. Я не имел в виду... Я не чувствую себя плохо, все в порядке. О, нет. Эй! Я искала его весь день. Где Кришнадас? Его ведь нет в отеле. Пошел подавать бирьяни 602 в 402. Простите, мадам. 402. Важный звонок от компании. Я должен ответить на него? Конечно, продолжай. О, боже. Эй, в чем дело? Где ты, черт возьми? Как долго, чувак? Ты подставляешь нас. Приезжай скорее. Я уже потратил 10 тысяч. Она пристает ко мне с просьбой отвезти ее домой. У нас есть дом? В машине есть визитная карточка. Она думает, что дом в Джубили Хиллз и офис в Мадхапуре принадлежат мне. Слушай, тебе действительно нужно это? Просто оставь ее. Ребята, вы что, не помните? Мы всегда думали о том, чтобы завести семью. Я хочу создать с ней семью. Я хочу, чтобы все мы были семьей. Все, хватит этих соплей. Вези ее домой. Но куда он ее отвезет? Ты сказал, где находится офис? Джубили Хиллз. Наш отель? Холмы Банджара. Этот парень приехал на обед в наш отель. Его дом находится далеко, а значит, дома никого нет. Эй, отвези девушку в этот дом. Дома никого не будет. Скажи ей, что они отправились за покупками. Проблема решена. Официант, меню. Я часто сюда хожу. Правда? Да. Ух ты! Спасибо. Не за что. Спасибо. Эй! Ну уж нет. Отдыхайте, веселитесь. Что значит веселитесь? Это мой дом.
Вау! Эй, ворота заперты. Думаю, все уже уехали. Давай в другой раз. Это же твой дом, сигналь. Видишь, ворота открываются. Ты такой наивный. Поехали. Похоже, собака меня укусит. Вот теперь я взволнована. Ух ты! Такой огромный дом. Давай зайдем внутрь. Дверь закрыта. Они точно уехали за покупками. Пожалуйста, прошу тебя. О, нет. Эй. Эй, эй. Открыто. Они не ходили по магазинам. Это не мой дом. Ты знаешь, как я занят. У меня есть... Такой большой дом? Такой большой дом, а? Как ты думаешь, где бы я жил, если бы не в таком большом доме? Дом ты видела, а теперь пошли. Эй, ты не покажешь мне дом? Ну, пожалуйста. Эй, что я тебе могу показать? Это кухня, это спальня. Наверху есть комната и еще одна комната. Когда ты выходишь, там мой офис. Я очень занят, пойдем. Хотя бы покажи мне свою спальню. Прошу. Спальню? Я познакомился с тобой только вчера, а сегодня ты хочешь посмотреть мою спальню, а завтра медовый месяц. Когда мы говорим о таких вещах, такое ощущение, что я двигаюсь очень медленно. Где она? Эй! Тут бассейн есть! Куда ты исчезла? Эй, похоже, она забралась в бассейн. Эй, эй! Давай, тут классно! Зачем ты полезла в бассейн? Я опаздываю в офис, пойдем, пойдем. Осторожнее. Дай мне свою руку. О, тут не глубоко. Этот дом выставлен на продажу. Неужели никого нет дома? Я не понимаю. Наверное, дома никого нет. Кажется, все отправились за покупками. Эй, эй! Кто это? Кто эта девушка? Убирайтесь! Это кто кричит? Уходите! Сторож? Не сторож, мой папа. У нас с ним много проблем. Пойдем. Эй, подождите, стойте! Кто эта девушка? Зачем вы полезли в бассейн? Кто ты такой? Знаю. Я не возвращался домой целую неделю. А ты спрашиваешь меня, кто ты? Благословите, дядя. Перестань падать ему на ноги. О, нет! Поехали, давай подожди, же. Подожди, подожди. Поймал. Пойдем. Эй, вы кто такие? Эй, сторож! Сторож? Тетя, намасте. Эй, я сказал тебе молчать, а ты продолжаешь что-то говорить. Эй, покажи лицо. Я потерял все свои права показывать вам свое лицо. Мне даже не нужно полотенце из этого дома. Возьмите его. Поехали. Это было так близко. Визитка чуть не убила меня. Я понимаю, что ты боишься своих родителей. Но почему горничной боишься? На самом деле, ты знаешь, что моя мама парализована. Мой отец гонялся за деньгами и ездил по странам. Моя няня раньше заботилась обо мне и моей маме. Мы считаем матерями тех, кто дает нам пищу. Те, кто дает пищу нашим матерям, мы называем их няньками. Забудь обо всем этом. Ты знаешь, что Кришна сказал о матери Бхагавадгите? Ничего. Вот видишь, даже Господь Кришна ничего не мог сказать о матери. В этом ее величие. Но мы говорили о няне. Когда ему нечего было сказать о матери, что он мог сказать о няне? Попытайся понять. Как тебе удалось стать таким великим? Ты сможешь похвалить меня позже. У меня в офисе есть проект на 100 крор. Пожалуйста, ты можешь взять такси домой? Сейчас? Но почему? Разве я не должна быть с тобой? Даже твоя рука не заставит это сработать. Пожалуйста, возьми такси домой. Извини. Я очень занят. Скоро увидимся. Пока. Эй, тебя ищет менеджер. Я сказал ей, что ты сходил в 402-й. Сколько мне еще держаться? Ну и что вы? Двигайте машину. Эй, ты! Выбрали время. Эй, ты, двигай машину! Убери машину с дороги!
Эй, пожалуйста, чувак, я отправляюсь на срочную работу. Было неправильно давать тебе пощечину на глазах у девушки. Я прошу прощения, ладно? Пожалуйста. Эй, убери машину с дороги, чувак. Так, ребята, сломайте ему кости, разрежьте их на куски и... Они не позволяют тебе закончить. Попросите их остановить музыку. Эй, как мне отогнать машину? Сломайте ему кости, разрежьте на кусочки и скормите козам! Ты это имеешь в виду? Чертов! Вы хотите вести диалоги? Посмотрите на ваши ужасные лица. Брат, он оскорбляет нас, не произнося ни единого плохого слова. Заткнись! Идите и ударьте его! Эй, решай быстрее, у меня нет времени. Мы тоже опаздываем на свадьбу. Если вы закончите, то мы сможем наконец пожениться. Вы деритесь, а мы будем играть музыку. Только давайте быстро. Давайте, играйте! Иди давай. 2 минуты. Расчистите дорогу. Я сказал, расчистите дорогу, черт возьми! Он такой стильный. Костюм. Я отдал тебе свою девушку. Почему бы мне не расчистить дорогу? Дай ключи. Простите, сэр. Особый... Не беспокойте своего клиента. Подавай. Веселитесь. Держи. С завтрашнего дня я буду ходить как он. Ты вернулся? Давай, подъезжай скорее. Мы здесь уже на грани. Сначала давай ключи. Уходи. Надеюсь, вам понравилась еда? Не нарывайся. Злой какой-то. Добрый день, мэм. Я не видел вас весь день. Вы выходили куда-нибудь? Это я тебя хочу спросить. Скажи честно, где ты был? Мадам, я подавал бирьяни в 402-м и сок в 302-м. А почему я тебя не заметила? Они, должно быть, закончили к тому времени, как вы ушли. Не еда, тебя. Я тебя не видела. Мадам, что вы говорите нам каждое утро? Работайте как искра. Как вы можете видеть искру, мадам? Дело не в этом, да? Мадам. Вы просили нас обсуждать всякую чушь только после 6. Позвольте мне делать свою работу, мэм. Эй! Есть заказ от 302-го. Сделай хотя бы его. Хорошо, мадам. Есть так много таких людей, как Нагеш Нагасай. Ну почему ты один такой ленивый? В индустрии так много таких, как Пуджахи Гдей, Рашмика. Почему вы так сходите с ума? Мы же не просили... Услуги парковщика. Ну да. Наслаждайтесь своим супом, сэр.
Черт возьми, чувак! Мы предпочитаем играть в попрошаек. Никогда не был богатым человеком, бро. Веселись? Наслаждаешься жизнью, да? Заткнись. Мне нужно тебе кое-что сказать. Мы должны заплатить за квартиру. Владелец узнал обо всем. Какое-то время не обсуждай проблемы, я умоляю тебя. Я мочусь в штаны каждый раз, когда Кирти звонит мне. Кирти звонит. Веселись, наслаждайся жизнью, да? Я прыгну. Я хочу умереть. Эй, стой, не прыгай. Веселись. Алло. Никакой ты не генеральный директор компании, верно? Наслаждаешься жизнью, да? Кто тебе сказал? Я спросила на ресепшене. Зачем ты пошла в офис именно сейчас? Я думала, ты говоришь правду. Надеялась, что проект стоимостью в 100 крор осуществится. И я пришла сюда, чтобы тебя удивить. А ты меня шокировал. Дело не в этом, Кирти. Выслушай меня, пожалуйста. Ничего не говори. Иди сюда прямо сейчас. Это что за металлолом? Это для парковки. Какого черта? Здесь не продают шоколад, и мне нужен камердинер. Он поднимет оба своих плеча. Эй, шевелись, шевелись, шевелись! Эй, в чем дело? Давай на мотоцикл. Кирти была в компании Санджая. Что? Поехали. Веселимся! Черт возьми, чья это компания? Зачем я пришел? Где она? Привет, Кирти. Какой неожиданный сюрприз. Ты хочешь насладиться со мной, не так ли? Прекрати! Ты успешно меня обманул, не так ли? Обманул? О каком обмане ты говоришь? Кто тебе сказал? Твоя секретарша. Почему они заводят роман днем? Эти очки, кажется, ослепляют тебя. Посмотри туда. Ты доверяешь мне или кому-то еще? Папа! Я получил работу, папа. Где тот великий человек, который дал тебе работу? Зачем, папа? Чтобы сказать спасибо? Человек, который дал ему работу, это вон тот парень, он говорит с девушкой, видите? Фондовый рынок вот-вот рухнет. Ты не можешь вести со мной такие долгие дискуссии? Я очень занят. Тогда пойдем, докажи. Люди из парацетамола и соридона ждут моей помощи в конференц-зале. Эй, ты кто такой? Вы дали моему сыну работу. Большое вам спасибо, правда. Кто дал тебе работу? Это был я, верно? Я забыл. Счастлив? Хорошо учись и принеси компании доброе имя. Может, однажды станешь Соей, как и я. Сэр. Сэр, не Соя, а Сио. Я проверял тебя. Это первый день твоей работы, верно? Мой человек спасен. Извини, сегодня я... Все в порядке. Как-то неубедительно. Что еще мне сделать, скажи? Ничего подобного. Все в порядке. Но я хотел задать тебе всего один вопрос. Спрашивай. Ты в ту ночь. Почему ты спросила меня в тот вечер, есть ли у меня подруга? О, это... Я студентка факультета моды, верно? Я спросила, потому что хотела сшить ей дизайнерское платье. Ты действительно спросила только для этого? Да. Есть. У меня есть девушка. Кстати, ты помнишь, что произошло в лифте в тот день? В тот день? В лифте. Какой лифт? Ну, тогда. Мы были слишком пьяными, и я была собой. Конечно. Да, детка. Ты сказал, что мы будем пить сегодня? Что я могу сказать о прошлой ночи? Скажи ты. Насчет сегодняшней ночи. У меня все еще болит тело, ты же знаешь. Он передал кому-то свое тело. Надеюсь, что он хотя бы не будет есть рис с творогом. Эй, все смотрят, детка. Ладно. Как сильно этот парень нас любит. Люблю тебя, чувак. Нет. Пойдем в номер, приходи, проведем два раунда. Перестаньте. Так ты из этих? Из кого? Вот почему ты ко мне не прикоснулся. Эй, не так, не так. О, нет. Я думала, ты отличный игрок с битой, но на этом поле мне ловить нечего. Ты все неправильно поняла. Я очень хороший игрок с битой. Я бью только по шестеркам. Ты что, флиртуешь со мной? Я тебе нравлюсь? Всего лишь поцелуй. Есть время перейти ко второму этапу. Я ей нравлюсь.
Almost body point the pillar, pillar. Almost body point the pillar, pillar, pillar. Sun re janu dilu che sare nu adre kannu kunte pila pila o full moon nu unane cloud nayanu what ka vainu nu ve pila pila esa variya chaliya kunte gaano vestunte na duniya rendu ka aipothunade ni maniya satiya mayalo manasu padana nalone lena almost padi poinde pilla champaku pimpulla almost padi poinde pilla kallaku revanla almost padi poinde pilla manduku manchinga almost padi poinde pilla 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 le maja le 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 maja le 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 maja pila chilla le 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 maja le 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 maja le 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 maja pila pila chilla chutte tirugutu karugutu ippudu marina time chetike dorakatlede nee venake urukulu parugulu pedutu marina hatu vegame teliyatlede rozu ka seasonu edo orisunu chepestu kopestu nane nuvunte rasunu nuve oxygenu no ante no more ne ne almost padi poinde pilla champaku pimpulla almost padi poinde pilla kallaku revanla almost padi poinde pilla manduku manchinga almost padi poinde pilla 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 le 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 maja le 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 maja pila chilla le 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 maja le 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 maja le 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 maja pila pila chilla В чём вообще проблема? Идиот. Догони его. Они кажутся пьяными. Зачем с ними связываться? Не принимай это близко к сердцу, успокойся. Мы перейдем ко второму этапу. Если обгонишь его. И если я догоню его сейчас? Я взведу свой рычаг, размажу его. Вперед, вперед! Быстрее, давай! Осторожно! Кофе? Открой крышку. Да! Да! Да!
Ты сказала, что мы сможем перейти на второй этап, если я обгоню. Может, мне заехать в аптеку? Убирайся. Вали из моей машины. Эй, это моя машина. Я каждый день говорю вам, как себя вести. Но сегодня поговорим о том, как не следует себя вести. Смотрите. Она узнала. Я каждый день напоминаю вам. Одна ошибка, и вы вылетаете отсюда. Это пятизвездочный отель или Анапурна Лодж? О, да. Прошу, проходите, мэм. Я менеджер этого отеля. Нифига себе. Мне нужно прояснить несколько вещей. Что случилось? Откуда вы его знаете? Мы встретились в этом отеле. Вы хотите сказать, он подавал вам еду? Зачем ему подавать мне еду? Простите, мэм, он работает здесь официантом уже 6 лет. Выдавая себя за гендиректора Pharma Life, он успешно обманул вас, девушка. Они пользуются номерами и автомобилями гостей, заманивают в ловушку девушек, которые приходят сюда. Я увольняю этих троих прямо сейчас. Мадам. И пока я работаю в гостиничном секторе, не только этот отель, я позабочусь о том, чтобы они не получили работу ни в одном другом. Ребята, расходитесь. Если ты вот так обманул человека, это не значит, что обманутый человек дурак. Это значит, что он доверял тебе больше, чем ты этого заслуживаешь. Когда я о тебе узнала, мне было страшно. Страшно, как я буду жить дальше. Но теперь я не боюсь. Потому что я избавляюсь от парня, который хотел обмануть меня. И сейчас ты потерял девушку, которая хочет быть влюбленной в тебя. Я хотела преподнести тебе этот подарок сегодня и сказать, как сильно я тебя люблю. Ты ведь тоже ждал ответа, правда? Так вот, я отвечаю сейчас. Слушай. Сэр, позвольте нам остаться на неделю, сэр. Пожалуйста, сэр. Вы можете остаться, но багаж уедет. Дело не в этом, сэр. Чего нет? Чего нет? Я видел людей, которые лгали мне, что заплатят, но вы единственные, кто выставил меня дураком. Да еще прислал сообщение, аренда оплачена. А вы кто? Какова арендная плата? Вы собираетесь здесь жить или платить за нее? Сколько стоит? 8000. Дживен. Сэр? Заплати за 2 года. Хорошо, сэр. 2 года? Это правда? Пойдем со мной. Что происходит? Эй, Кришна, вы кто такой? Почему вы заплатили за нас? Куда вы его ведете? Нас чуть не выкинули на улицу, но вы спасли нас. Сэр, зачем вы это сделали? Кто вы такой, сэр? Я расскажу тебе. Заводи машину. Машину? Кришнадас, давай. Открой ее. Неужели меня поймали? Заводи. Этот дом? Да. Кришнадас, проходи.
Давай же. Санджай, сын моего старшего брата. Отличная мысль, которую он подкинул 6 лет назад, сегодня подняла компанию до 10 тысяч крор. Сегодня мы обсуждаем самое опасное заболевание, которое уносит миллионы жизней по всему миру. И вы все об этом знаете. Это рак. Это Стелла. Вот уже 2 года она страдает от рака. Лучшие врачи мира, доктор Рао и доктор Питер, лечили Стеллу и провели сертификацию, что она не проживет больше 4 месяцев. Это отчеты. Доктор Питер, как вы думаете, в каком состоянии сейчас находится здоровье Стеллы? Возможно, она уже мертва. Доктор Рао? Да, он прав. Возможно, она мертва. Видите ли, вы все знаете, что PharmaLife уже долгое время пытается вылечить рак. Фаза 1, мы потерпели неудачу и пошли дальше. Фаза 2, неудача за неудачей. Фаза 3, снова. И, наконец, сдали экзамены, Стелла сегодня жива. Да, позвольте мне представить вам изобретателя этого чудо-препарата, доктор Санджай Рудра вместе со Стеллой. Это была моя детская мечта — увидеть мир, свободный от рака. Потому что это мечта моего отца. Я был полон решимости воплотить его мечту в реальность, и поэтому связался с профессором, который сотрудничал с моим отцом и продвигал исследования вперед. И за последние 7-8 лет мы много раз терпели неудачу, но никогда не сдавались. И, наконец, мы прошли 3-ю фазу испытаний, и вы можете увидеть живой пример. И, джентльмены, этот препарат может вылечить рак крови, рак легких, колоректальный рак и все существующие виды рака в мире. Давайте надеяться, что мир освободится от рака. Это мистер Дханунджай. Он готов вложить в наш проект 10 тысяч крон. Никаких ограничений, патенты наши. Давайте же, пожмите руки. Мы будем работать вместе. Всего наилучшего. Определенно, сэр. Но прежде чем мы смогли завершить оставшиеся исследования, он погиб в результате несчастного случая. И это было за неделю до его свадьбы. Ни семья, ни компания не знают о его смерти. Если инвесторы узнают об этом, компания рухнет в одночасье. Семья окажется на улице. Вот почему. Всего на 10 дней ты должен занять его место и выполнить его обязанности. Если ты это сделаешь, ты спасешь эту компанию и его семью. Пожалуйста, не отказывайся, Кришнадас. Я заплачу тебе, сколько ты скажешь, Кришнадас. Он высокообразованный человек и врач. Исследовательская лаборатория. Я всего лишь официант, сэр. Вы действительно думаете, что я подойду на эту роль, сэр? Почему ты волнуешься? Я обо всем позабочусь. То есть? Я же сказал, что заплачу тебе столько, сколько ты захочешь. И этот огромный дом?
Это все твое. Сэр, такой огромный дом. Я же сказал тебе, что это твое. Я просто хочу внести ясность. Сколько сэр? Мне еще повторять? Что не так? Я потерял работу, моя девушка бросила меня. Я думал, мы потеряли дом и оказались на улице. Но вы пришли как бог, и я должен поклониться вам, сэр. Сэр, я не такой, как он. Я понятия не имею о твоих мечтах или целях. Но я сделаю все, что вы скажете, сэр. Эй, одежда здесь. Переоденься. Пойдем, познакомлюсь с семьей. Не думай слишком долго. Давай выпьем самое дорогое. Чувствуешь себя богатым? Твое здоровье. Ба, чужие деньги всегда вкуснее. Да, ты прав. Проходи. Брат, Санджай здесь. Привет. Я не хочу с ним разговаривать. Дело не в этом. Он не хочет говорить. Пойдем. Эй, Санджай, дай мне поговорить. Если не хочет жениться, пусть скажет прямо. Как можно исчезнуть вот так за неделю до свадьбы? Думал ли он хотя бы о том, как должно быть больно этой девушке? Ты скажешь о каком-либо сожалении в его лице? Ему стыдно. Я так много сделал и заработал, так много сэкономил. Черт возьми, почему я должен голодать из-за него? Няня, я голоден, принеси поесть. Это мой приказ. Сэр, заказать? Закуска, суп или вы предпочитаете непосредственно основное блюдо? Говорит, как официант. Ты выглядишь слишком мрачным, он пытается рассмешить тебя. Разве он не забыл свое прошлое? Не умеет он играть. Если все всплывет наружу, нам конец. Да, дядя. Уже называет родного отца дядей. Ах, эти шутки. В конце концов, это наш Санджай. Он поэтому к свадьбе относится как к шутке. Да, да. Эй. Я не хочу с ним разговаривать, уведи его. Он пытается тебе что-то сказать. Сказал, уведи его. Дело не в этом. Послушай, кто я такой. Санджай, Санджай. Я разговариваю с твоим отцом. Сиди. Извините, дядя. На самом деле он слишком непослушный. Перестарался с шутками. Эй, что случилось? О чем вы вообще? Вы видели его нос и лицо? Он должен быть похож на отца из фильма «Папочка», но он похож на мумию из фильма «Мумия». Подтверждаю, чувак. Санджай должно быть умер из-за лица своего отца. Мы должны отелю 30 тысяч, помнишь? Финансовые проблемы. Подумай о деньгах. Менеджер не даст нам устроиться на работу. Подумай о наших долгах. Почему ты должен быть таким бедным в таком Санджай? Большом доме? Нам нужны эти деньги. Санджай, ты слышишь? Я иду. Эй, войди в роль. Иду. Он должен вести себя как Санджай, а ведет себя как дешевка. О чем ты им шепчешь? Я должен отелю 30 тысяч рупий. Если вы будете достаточно вы добры... Вы же видели, какой большой у нас дом. Я заплачу, как только мы выйдем. Хорошо. Сэр, а? Вы хотите, чтобы характер этого Санджая был мягким или суровым? Просто не вызывай подозрений. Хорошо? Хорошо. Вот, они здесь. Позвольте мне. Тетя и дядя по материнской линии. Мы уже должны быть тебя мамой и папой. Я не имел в виду себя. Я рассказывал своим друзьям, кто вы для них. Да, дядя. Он имел в виду своих друзей. А 30 тысяч? Я же сказал, отдам, как выйдем. Тетя? Дядя. Тетушка. Дядя. Эй, ты куда? Они выступают как артисты. Где у меня есть возможности для выступления? Поговори с ними, брат. Зачем ты это сделал? Что я наделал, сэр? Санджай, что ты получил от этого? Дядя сказал, что я получу довольно много. Она не об оплате. Почему ты сбежал со свадьбы? О. То, что произошло, было... Племянник, у меня нет терпения слушать тебя. Мне тоже особо нечем поделиться, я могу только прислушиваться. Он хочет тебе кое-что сказать, почему ты не слышишь? Скажи, куда ты исчез? Пакистанская девочка по ошибке въехала на границу с Индией. Я лично отвез ее и высадил там. Мой племянник золото. Да помолчите. Он же просто пересказал баджранги. Тебе это кажется комедией? Я расстроен тем, что свадьба сорвалась. А мать хочет еще одну дочь. У меня уже нет здоровья. Обо мне вообще кто-нибудь подумал? Задавая мне так много вопросов за один раз, вы думали о моей ситуации? Я дуюсь. Эй, Санджай, Санджай. Это новый персонаж. Никто не проявляет благодарности. Очень грубо. Что за новый персонаж? Он что, пьян? Препарат. Новый препарат. Все это напряжение, ты должен понять. Черт, никто не хочет экономить на рифмах. Как Санджаю удалось выжить в этой семье? Ого, ого! Что такое, брат? На днях ты обнимал меня в холле.
Разве я жаловалась? Ты поцеловал меня на кухне. Разве я жаловалась? О, они все еще находятся на стадии поцелуев. Похоже, Санджай слаб в этих вопросах. О чем ты думаешь? Женись на мне, брат. Буду кофе угощать по утрам. И целовать, когда в офис пойдешь. И накормлю, когда вернешься. Умоляю тебя, ты можешь остановиться? Санджай? Я начинаю путаться. Эй! Брат, когда ты обнял меня в первый раз, я чуть в тебя не влюбилась. Я уже влюбился в того, кто намного превосходит Санджай! Тебя. Брат! Дядя, иду. Проходи. Мадам Джанкама. Мать Санджая. Она случайно упала со второго этажа и была парализована. Сэр? Я похож на Санджая, верно? Так, может быть, моя мать была похожа на мать... Санджая? Может быть. Она может только слышать и не может говорить. Она не может отреагировать. Мама, я пришел в ваш дом не для того, чтобы обманывать тебя. Возможно, я не такой великий, как ваш сын. Но я не стану портить его имидж. Я говорю вам это, потому что отныне... Вы моя мать. А теперь в офис. Сэр. Да? Спасибо. За что? Пойдем в офис. Эй, хватит этих соплей. Уладь уже вопрос с деньгами. Спроси его в машине. Ты это сделаешь? Я спрошу. Только настаивай. А, это Джанунджай, угроза. Пытка прямо. Сэр, а? Мы вышли. Знаю, едем в офис, познакомлю тебя со всеми. Сэр. Да. Вы обещали мне кое-что после того, как мы выйдем. Ладно, сколько? Около 5 лакхов? Эй! Всего 39 тысяч. 39 тысяч? И все. Я же сказал, что заплачу. Могу я взять на себя обязательства, сэр? Мы должны сдержать свое слово, сэр. Это все. Тихо, тихо. Я отдам это к вечеру. Я швырну в тебя деньгами. Эй, он отдаст. Вы думаете, они такие же бесстыжие, как мы? Они очень порядочная семья. Сэр, вы сказали, что отдадите вечером. Утром вы говорили о должности. Вы дадите их в офисе или вечером? Просто небольшая водитель, путаница. Водитель, останови машину. Останови машину, чувак. Сэр, 2 дня. Это тоже неплохо, сэр. Вечер тоже прекрасно. Почему у него портится настроение из-за 30 тысяч? Сэр, брат! Брат! Сэр, подождите еще 2 дня, сэр. Без проблем, я приспособлюсь. Сэр, все в порядке, сэр. Вон там. В 2 часа ночи в воскресенье с моим племянником Санджаем произошел несчастный случай. О, мне действительно жаль, сэр. Бедный мальчик. Он ехал в лабораторию. Хотел сам отвезти лекарство Дханунджаю. Это место кажется знакомым. Сам сел за руль, несмотря на все это напряжение, и какой-то проезжающий мимо плут плеснул кофе на его машину.
Кришнадас! Кришнадас! Кришнадас? Пойдем. Идем. Дживан? Кришнадас какой-то потерянный. Объясни ему все хорошенько. Сюда, сэр. Да? Алло? Сэр, ваш кабинет в этой стороне. Доброе утро, сэр. Сэр? Сэр, я пришел сообщить о вашей смерти, но вижу, вы живы и здоровы. Сэр, вы мистер Санджай? Да, я Санджай. Но час назад я видел ваш труп в морге. И вот вы здесь. Что вы здесь делаете? Вы пришли так быстро? На самом деле, один Кришнадас выглядит так же, как я. И тот парень умер. Так вы говорите, что умер Кришнадас? Да. Если это так, почему ваше удостоверение было в его бумажнике? Мы оба похожи, ясно? Так вот, я иногда встречаюсь с ним в кафе. Эй, подождите, подождите. Вы говорите, Кришнадас и вы похожи. Время от времени встречались в кафе, и ваши удостоверения были перемешаны. Давайте поступим так. Если вам когда-нибудь придется закрыть свою компанию, подумайте о том, чтобы стать писателем. У вас будет великое будущее. Придумывайте истории прямо на ходу. Экстраординарно. Все не так. Послушайте меня. Эй, Кришнадас, я вижу твой план насквозь. Вы с Санджаем выглядите одинаково. Если устраните его, можете стать генеральным директором. И вы убрали его со своего пути, и теперь сидите в его кресле. Сэр, это совсем не то, что вы думаете, сэр. Пожалуйста, выслушайте меня, сэр. Эй. Сейчас я ухожу, имея только информацию. Но в следующий раз я вернусь с доказательствами, и тогда тебе придется пойти со мной. Но нет никакой гарантии, что ты вернешься, малыш. Вот так. До скорой встречи. Привет. Я расспрашивала о тебе твоих друзей, они сказали, ты здесь. Что это за новый образ? Новый цвет волос, линзы. Тебе идет, кстати. Вообще-то, когда я поняла, что ты не генеральный директор, я наговорила слишком многого. В конце концов, я ведь тоже была меркантильной. Когда я была с тобой, я никогда не задумывалась о том, какой я была. А только о том, что было у тебя. Эй! А? Поэтому я пришла к тебе извиниться. Но когда я пришла сюда, ты действительно сел? Я не генеральный директор. Я не знаю, что делать. Я скажу им. Я расскажу его семье. Кришна! Я и копам сообщу. Кришна! Ничего не случится. Я расскажу Кришна. Им. Я сообщу его семье. Я расскажу всем в его семье. Все в порядке. Я расскажу всем правду. Эй, я люблю тебя. А? Мы теперь вместе. Кирти, я всего лишь официант. Я с тобой. Кришна, ты уже достаточно выпил. Эй,
Это был несчастный случай, ты же не специально это сделал. Почему у тебя такое чувство, будто ты сделал это специально? Кришна! Эй, эй! Я не убивал Санджая намеренно. Во время движения по дороге. Это был несчастный случай. Я не убивал Санджая нарочно. Ты первый человек, перед которым я должен извиниться. Я извиняюсь перед тобой не потому, что ты первый человек, который простит меня. Я даже не в состоянии смотреть тебе в глаза. Я совершил очень серьезную ошибку. Мне хочется покончить с собой. Я причина смерти Санджая, но чтобы сохранить идеалы Санджая живыми, я должен прожить еще несколько дней. После того, как я выполню все задания, к которым стремился Санджай, после того, как я закончу это, в следующую минуту я умру. Кришна, эй! Дай мне шанс дожить до тех пор, пожалуйста. Спокойно, Кришна. В той ситуации, в которой мы находимся, нам нужны деньги. Но посмотрите на этого парня. Дядя? Кришна Дас, где ты? Дядя, что случилось? Джахунджай едет в офис. В чем дело, дядя? Он хочет переписать имущество и обязательства компании на себя. Из-за аварии Санджая мы не смогли вовремя доставить лекарства. А Джахунджай из мафии по недвижимости. Эй. Мы с Санджаем 10 лет мечтали сделать Фармалайф самостоятельной. Это не должно прекратиться ни при каких обстоятельствах. Я надеюсь, что Джахунджай даст нам хотя бы неделю времени. Но он дебил. Он не из тех, кто кого-либо слушает. Дядя, что случилось? Говорит дебил Санджай. Ханунджай, дай мне неделю времени. Не торопись, малыш. Отпусти меня. Я позабочусь о твоей компании, пока ты не приедешь. Ханунджай, послушай меня. Ханунджай, эта компания – моя десятилетняя мечта. Если вы поднимете шум, моя репутация и репутация компании будут разрушены. Все мои сотрудники стоят и… Отпусти их. Отпустите сотрудников по домам. А сколько она вообще стоит, эта компания? 200 тысяч крор? Ты должен мне 10 тысяч крор. Итого минус 8 тысяч крор. В любом случае, ты обещаешь доставить лекарства через неделю.
И если мы тем временем будем вырывать по конечности каждый день, я уверен, что до головы твоего дяди мы не дойдем. Что скажешь? Дело не в этом. Эй, парни, сзади, сзади! Эй, Джахунджай, Джахунджай! Нет, Джахун... Зачем создавать проблему, сэр? Я из очень порядочной семьи, сэр. Это насилие и все такое. Это пугает меня, сэр. Пожалуйста, дайте мне неделю времени, сэр. Пожалуйста, сэр. Сэр, почему вы хотите взять на себя вину за то, что довели врача до насилия? Все, что на это требуется, это неделя. Будьте добры, сэр. Да ты же покалечил их. Разве так ведет себя врач? Вы вообще врач? Вы оскорбляете меня. Если не врач, то официант? Только врач знает, как нужно согнуться и куда ударить, чтобы сломать кость. Не сомневайтесь в моей профессии, сэр. Пожалуйста. Мистер Дханунджай, даже после всей этой взбучки, если вы не дадите мне неделю времени, далее настанет ваша очередь. Ударишь меня? Хочешь ударить меня? Только тронь меня и сам тут ляжешь. Через неделю доставишь мне лекарство, как договаривались, точка. Это то, о чем я твердил с тех пор, как вступил в должность, Дханунджай. Эй! Неси бумаги. Подпиши их. Санджай, Санджай, не надо. Он хочет спровоцировать тебя. Не подписывай, пожалуйста. Дядя, впервые я чувствую себя сыном в вашей семье и Санджаем в этой компании. Не останавливайте меня. Я хочу быть Санджаем. Документы. Санджай! Если не доставишь лекарства в срок, вся твоя семья... Эй! Мы ведь с этим разобрались, верно? Все уже сделано, так? Я причиню вред твоей семье, я нападу на твой дом, я увижу твой конец. Не рассказывайте мне таких скучных диалогов. Но если ты посмеешь напакостить моей семье... Я прикончу тебя. Пойдем, дядя. ఎవరితో కలుపునో విధి విలా
ശ്വാസം മനസ്സു തോ മുടിപ്പടേ മനുഷിക തൊലി പ്രയാണം എത്തുതലു തെളിയനി മുതലിത ഏ ബദലു ദൊരക്കനി പ്രശ്നിത നെനപ്പുടു അടകനി വരമിത నా నిజముగా నిజమిద కథగా మలిచాడో పరిచయము చేసాడో ప్రతి అడుగు వెనకాల ఏ మలుపు రాశాడో ఇది మరు జన్మ తెలిసెను ప్రేమ Они все еще думают, что Санджай жив. Они все еще думают, что я Санджай. Я даже не могу посмотреть им в глаза. Я хочу сказать им правду, Кирти. А если они тебя не примут? Ты тоже сначала меня не приняла. Мы все еще вместе, не так ли? Мне страшно. Хорошо, скажи им. Рано или поздно они все равно узнают. Я с тобой. Дядя! Дядя! Похоже, дом пуст. Куда они делись? Дядя. Алло, дядя. Да, Кришнадас, где ты? Дядя, я вернулся домой. Я хочу поговорить с тобой кое о чем. Говори, в чем дело? Я хочу рассказать всем правду, дядя. Что? Нет, нет, послушай меня, не делай этого. Я не в состоянии обмануть их, сказав, что мертвый человек жив. Это слишком скверный обман. Я чувствую, что это очень неправильно. Мне хочется сказать им правду. Эй, ты точно не жульничаешь, Кришнадас. Послушай меня, это вовсе не обман, Кришнадас. Как еще вы это называете? Я даже не в состоянии посмотреть им в глаза. Это пожалуйста, выслушайте меня, дядя. Кришнадас. Дядя, мне так жаль. Пожалуйста, я хочу рассказать то, им. Что ты сделал, я действительно вовсе не обманул обман, их. Потому я действительно. Что Санджай Рудра все еще жив. Санджай? Что вы имеете в виду, сэр? Санджай жив? Разве вы не говорили, что сделали это все ради профессора? Профессор? Когда его отец скончался, Санджай уже закончил курс медицины в Пананже, и он стал помощником профессора по исследованию рака.
Когда испытания фазы 1, 2 и 3 были успешными, мы провели семинар, чтобы представить таблетки на рынке. Санджай, давай. Пойдем. Профессор, я иду на семинар, вы нет. Ваша работа выполнена. Но я изобрел противораковую таблетку. Как ты можешь идти на него? Нелепость. Что все это значит? Я понял. Ты все тот же бывший упрямый дурак из медицинского колледжа Пананджи. Когда ты пришел в лабораторию после смерти отца, я думал, ты хочешь продолжить его дело. Но я был неправ. Профессор, профессор. Могу я называть вас Про? Про? Вы, ребята, не сочетаетесь с моим вайбом. Вы еще ментально не развились. Роды — это одно. Быть отцом — это совсем другое дело. Я был счастлив, изобретая свой прекрасный фармацевтический препарат. Но это привело к нескольким смертям, и эксперимент провалился. Когда я безумно беспокоился о деньгах, умер мой отец. Знаете, что я понял, когда умер мой отец? Вы с моим отцом изобретали лекарство. Это таблетка от рака. Но послушай, разработка формулы против рака — 20-летняя мечта для меня и твоего отца. Наконец-то у нас есть лекарство от рака. Поздравляю. Поздравляю вас. Вы создали лекарство от рака, но... Мне нужно лекарство от всего, а это деньги. У вас нет умственных способностей, чтобы держать свой разум открытым. У меня нет времени объяснять вам свою теорию. Оставьте меня, ублюдки! Эй! Единственным живым примером, которым Санджаю пришлось запустить противораковую таблетку на рынок, была Стелла. Поскольку семинар прошел успешно, Джи Хунджай вложил 10 тысяч крор. И когда Санджай пожинал лавры... Эй, Санджай. Да? Лекарство, которое помогло Стелле, не подействовало на другую девушку, Санджай. Проблема в том, что она мертва. Таблетка от рака не действует. Поздравляю. Поздравляю тебя. Таблетка действует не на всех, дурак. Профессор. Ребенок мертв, профессор. А? Профессор. Девочка мертва, профессор. Мне так тяжело, профессор. Я думаю, это называется чувством вины. Да, это чувство вины. Профессор, таблетка. Формула и 10 тысяч крор. Возьмите все это, профессор. Потому что вы исполнитель, результат и действие. Вы мой учитель, профессор. Прошу, возьмите это, профессор. Ну, пожалуйста, поделитесь со мной формулой, профессор. Да ты королева драмы. Я не твой отец. Даже если ты убьешь меня, я не назову тебе формулу. Я протестировал его на людях определенной группы крови. И это сработало. Но прежде чем я смог разработать таблетку, которая действовала бы универсально, я увидел твою хитрую натуру. Ты хуже любого рака. Я хуже рака. Но вы можете вылечить меня, профессор. Вы можете это сделать. Дайте мне формулу, профессор. Я никогда не скажу тебе формулу. Я этого не сделаю. Да.
Доктор. Да, Санджай. Кроме присутствующих в этой комнате, вы сообщили кому-нибудь, что эта формула не работает? Нет, Санджай, никто кроме меня не знает. Ведь вы никому не сказали, верно? Постарайтесь вспомнить. Нет, Санджай, я никому не рассказывал. Я просмотрел документы профессора, чтобы проверить, почему это не работает. Тогда я понял, Санджай. Комбинация в таблетках подействовала на Стеллу, но не на моем испытуемом пациенте. Я проверил диссертацию профессора... Доктор, попробуй вспомнить. Ты уверен, что никому кроме них не рассказывал? Поверьте мне, Санджай, я не сказал. Ты такой честный, доктор. Микробиология, фармацевтика, разработка лекарственных средств. Я преуспел в них. Работал под руководством лучших ученых фармацевтической промышленности. Я сделаю это сам. Санджай начал проводить свое собственное исследование. Но все, кто принимал его лекарства, умирали. Гибнут невинные люди! Ты не можешь этого сделать! Ты не можешь этого сделать! Люди умирают! Санджай понимал, что никакие комбинации не помогают таблетке от рака. Измените свое отношение. У меня есть свой план. Про... Профессор, знаете, вы в высшей степени бесчеловечны. Люди умирают из-за вас. Ни малейшего чувства вины. Почему я должен быть виноват, если ты нет? И разве для вас не имеет значения, кто умрет? Без проблем. Мне все равно. Вы имеете в виду кого-нибудь? Мне все равно, кто умрет. Ясно? Я не скажу тебе, даже если ты убьешь меня. Эй! Эй, Санджай! Гита! Доченька! Ты чертов садист! Раз, два, три. Вставай. Вставай. Встань! Ты ублюдок! Обманщик! Предатель! Санджай, Санджай, ты же джентльмен. Ты мне как сын, пожалуйста, не причиняй ей вреда. Видите, какой я хороший человек. Ваша дочь жива. Я хороший человек, верно? Я не трогал вашу дочь. Назовите мне формулу. Папа, не говори ему. Скажите мне формулу, и я не прикоснусь к ней. Папа, нет. Заткнись. Стой, стой, стой. Если не скажете мне формулу, я убью вашу дочь. Не говори формулу, папа. Пожалуйста. Говорите. Эй, Санджай. Заткнись! Не делай ей больно! Заткнись. Смейтесь, профессор. 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 Смейтесь сейчас. Смейтесь. Смейтесь. Смейтесь, профессор! Смейтесь, профессор! Смейтесь! Профессор? Эй-эй-эй, вставай! 10 000 крор! Дай мне формулу! 10 000 крор! Профессор, вставайте! Вставай, мужик! Вставай, вставай! 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 Санджай! Проснись, проснись! Проснись! Профессор, вставай! Санджай! Санджай! Эй,
Какого черта ты делаешь? Я разбужу его, дядя! Он уже мертв! Ты потерял его? Ты сошел с ума? И 10 000 крор. Санджай! Долли. Долли. Санджай не смог смотреть в лицо даже своей любви. Долли. Санджай, прошу, я хочу видеть тебя. Долли. Открой дверь, Санджай. Долли! Я потерпел неудачу. Санджай, все нормально. Этот трус, профессор, покончил с собой. Что? Теперь все прошло, Долли. Санджай, все нормально, прошу, открой дверь. Нет, я не хочу показывать тебе свое лицо, извини. Поскольку мы не поставили препарат в срок, указанный в соглашении, Джихунджай давил на нас, требуя лекарства. Мы не смогли доставить лекарства. И не могли вернуть деньги. И когда мы были в растерянности, не зная, сбежать ли нам с деньгами, мы нашли тебя в отеле, как милость Божью. Ты должен был быть абсолютно свободным. Поэтому я добился, чтобы твой менеджер уволил тебя. А когда ты не смог заплатить за квартиру и ничего не понимал, стоя на дороге, я явился как бог и заплатил за нее. Ты следовал за мной, как щенок, виляющий хвостом. Поскольку ты сирота, мы сначала связали тебя с семьей. Ты был взволнован тем, что нашел отца. Как ты думаешь, кто он такой? Наш слуга? И как только ты вернулся домой, я дал тебе ответственную работу. Но ты был таким глупцом, что просил у меня 5 000, 10 000, 30 000 и доказал, что ты дешевка. И ты так сентиментален по отношению к матери, и мне было интересно, как использовать это чувство. И ты придумал свою собственную сцену, сказав, что она была похожа на твою мать, и проявил всю свою любовь и облегчил мне работу. Я подумал, что сейчас самое подходящее время, и связал тебя с несчастным случаем с Санджаем. Ты посчитал себя детективом Шерлоком Холмсом? Почему ты продолжаешь говорить, что убил Санджая? Ты его видел? Ты видел Санджая в той машине? Что за чушь ты несешь? Нет. Вот тогда-то и появился интересный персонаж. Любой, у кого есть форма, становится полицейским. Что, только униформа? Намасте, сэр. Намасте. У тебя что, совсем ума нет? Каждый раз, когда ты становился скептичным, Санджай развлекал тебя каким-то новым персонажем. Мы хотели прикончить тебя в офисе Джихунджая, арестовать его и избавиться от него, но ты победил их всех как герой. Спас всех нас и перевернул весь сюжет с ног на голову. А тем временем мы получили визы, и нам уже пора. Это называется изменой, дорогой. Ты был обманут, думая, что... Что-то еще было обманом. Так что мы уезжаем в Испанию. Алло, алло, важная вещь. Однажды ты осознал, какой ты дурак? Не держи трубку так долго, дорогой. Да, дорогой. Санджай, копы не арестовали Кришнадаса. Он сбежал. Сбежал? Санджай? Сбежал? Как этот... Какого черта? Поздравляю. Прямо сейчас ты просто никчемный кусок дело дерьма. Дело не в этом, Санджай. Заткнись! Я же говорил тебе, не отправляй его в мировое турне, а привяжи его дома.
Давай дадим ему изюминку, давай сыграем в одну игру. Разве я не говорил тебе связать его и бросить дома? Разве не так? Что я такого сказал? Да. Да. Если мы его не поймаем, лично мне доставит удовольствие убить вас всех. Ты понимаешь? Да. Иди, приведи его. Да. Алло, Ади. Говори. Дружище. Эй, Санджай все еще жив. Это большая афера. О чем ты? Они втянули меня в аферу на 10 тысяч крор, чувак. Копы преследуют меня, братан. Копы? Афера на 10 тысяч крор? Я не понимаю. Эй, какое представление устроил каждый из них. Когда я встретил этого тщедушного негодяя, который пил только дешевое пойло, я уже тогда засомневался, как он мог быть отцом Санджая. Какое выступление у каждого из них? Кто там был? Моя тетя? Когда она приветствовала меня, я не знал, что она символически пыталась убить меня. Дядя, тетя, двоюродный брат, черт возьми, все были фальшивыми. И среди них всех самый высокооплачиваемый артист. Кто это был? Дядя, дядя! Какое актерское мастерство! Воскресенье, полночь, 2 часа ночи, Санджай умер здесь! Что за представление? Я не подозревал. Эй, за мной гонятся копы, чувак. Ты рассказал Кирти об этом? Кирти? Нет, я не говорил Кирти. Иди туда, мы уже едем. Ребята, они совершенно сбили меня с толку. Не плачь, не плачь. Как это произошло? Твоя жизнь полна страданий, которых стыдятся даже сами страдальцы. Угораздило же тебя. Это какое-то семейство паразитов, честное слово. Кирти! 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 Кирти, послушай меня внимательно, послушай меня внимательно. Хорошо. Санджай все еще жив. Это афера на 10 тысяч крор. Они сделали меня пешкой. И теперь копы охотятся за мной, что? Кирти. Но где ты находишься? Я нахожусь рядом с твоим хостелом, спускайся. Они говорят, что все это началось, когда мы увиделись в отеле. Отель? Что? Они так сказали? Да. Но это я тебя увидела и отправила фото Санджаю. Алло, Долли. Не поверишь, кого я только что видела. Что? Да, проверь личку. Дядя, как ты можешь приписывать себе это? Извини. Догони его! Санджай? Да, Долли. Он уже начал. Время пришло. Вызывай копов. Но я сделала это не из-за злости на тебя. Я сделала это из любви к Санджаю. Увидимся. И как только ты поймешь, что тебя одурачили, не разговаривай с ними так долго, прошу. Бежим. Говори. Мы снова его упустили. Ты не можешь побыть на связи 5 минут? Тебе обязательно было звонить ему и говорить почему об этом. Почему ты орёшь на меня? Почему ты кричишь на нее, сынок? Я должен говорить тебе на телугу? Эгоист. Дорогая, пойдем. Это превратилось в цирк. Обычно кошка считается плохим знаком. Но ты сам, похоже, плохой знак для кошки.
О боже, что за спектакль она устроила? Девушка, которая приезжает в Хайдарабад и живет одна. Вы знаете, сколько борьбы и сколько боли она переживает. Боль мне, помощник! Эй, 6 игроков против 6 — это волейбол. Но когда 6 играют против 1, это игра с ограниченными возможностями. Ребята, я просто не понимаю. За мной охотятся копы. Они просят 10 тысяч крон. Неважно, волнуют тебя деньги или нет. Тебе нужно доказать, что ты не Санджай. Мы проверим, чем занимается он и его семья, а ты останешься здесь. Санджай? Поймайте их. Поймайте этих двух идиотов. Они наш источник прямо сейчас. Дядя, идите домой и попросите их прислать 10 крор. Нет, 20 крор. Нет. Договорись о 100 крор наличными. Эй, Санджай, Санджай, о чем ты говоришь? Мы либо потеряем 100, либо выиграем 10 тысяч крор. И у тебя здесь нет никакого диалога. Потому что моя жизнь будет разрушена. Иди, отправь наличные. Сумки, сумки. Давайте. Возьми это. Хорошо, сэр. Осторожней. Что это, брат? Ты бросил нас на отдаленном курорте. Где Санджай? И мы едем в Испанию или нет? Я не понимаю. Подожди, свояк. Неужели так необходимо давать ему 100 крор? Заплатите 5 лаков старому городскому Саддаму. Он привозил людей и расчленял. Вам бы надо их отрубить. Говорите какую-то ерунду. Кажется, свояк сердится. Может, пропустим по рюмке? Эй, настроение. Вы украли 10 тысяч крор. Смените бренд. Ой, да помолчи. Все эти дни ты даже не разрешал носить мне лунги. Надел на меня штаны и заставил пить солод. Слушай, не оскорбляй чувства слуги. Это мой любимый сорт, и я буду пить сколько хочу. Значит, ты не хочешь. В чем дело, дорогая? Папа, ты просил меня любить Кришнадаса. А кого я люблю сейчас? Я не понимаю. Я не прокаш Радж из кукольного дома, чтобы все еще держать тебя за руку. Лови кого захочешь. Раз у твоего дяди 10 тысяч крор, он не настолько глуп, чтобы не поделиться с нами. Посмотрите, как изливаются оригинальные персонажи. Так почему бы нам не объединиться? У нас куча проблем, но этого парня волнует только выпивка. Только о ней и думаешь. Сколько вы заработали? Нисколько, сэр. Вы ничего не заработали? Если вы не заработали денег, завтра внезапно какой-нибудь грузовик врежется в тебя, когда ты пойдешь один по какой-то дороге. И ты оказываешься в постели, а жизнь висит в воздухе. Нужны ли тебе деньги или нет? У тебя есть деньги? Нет, сэр. Ладно, никакого ДТП не было. Что, если в вашей жизни появится какой-нибудь негодяй, более опасный, чем авария? И попросит вас позвать сюда вашего друга. Или сказать ему, где он находится. Если кто-нибудь спросит, раскроется ли он этого не сделает. А что, если он сходит с ума? И стреляет. Сэр, зачем вы стреляете в него? Сэр! Пожалуйста, сэр! Пожалуйста, помогите! Помогите ему, он же мой друг! Сэр, прошу, отвезите его в больницу! Прошу, отвезите его в больницу! Сэр, он же умрет! Надо остановить ему кровь! Прошу вас! Пожалуйста, сэр! Тебе нужны на это деньги, так? Сэр! 100 крор. Позвони Кришнадасу и попроси его прийти сэр, сюда. Сэр, он наш друг! Я не могу! Сэр, прошу, только не убивайте его!
Я позвоню ему, позвоню, я сделаю это, правда. Говори. Эй, Кришна, Санджай пьяный, вырубился здесь один. Я дам тебе координаты, приезжай скорее. Он один? Я иду. Ладно, ждем. Ади. Открой дверь, Ади. Открой дверь, Ади. Где он? Погоди. Кто это? Ади? Ты сказал, что Санджай совершенно пьяный без сознания, Ади. Ну ладно. Давайте закончим с этим. Подвиньтесь. Эй, лузер, только не пистолет. Он нужен нам живым. Вау, что за вау? Как я могу проигнорировать эту логику? Махеш, кто это тебя так? Эй, Санджай! Кришна Дас! Пистолет? Боже, пистолет! Ты собираешься убить меня? Убей меня. Давай, убей меня. О! Если ты убьешь меня, кто отправится в тюрьму? Сделаешь ли ты это? Нет, нет. Дай мне сделать это. Дай мне застрелиться. Дас, нет. Дай мне застрелиться, пожалуйста. Нет, нет, нет. Смотри, смотри, смотри. Не делай этого, Дас. Нет? Давай сделаем это. Мне пристрелить тебя? Мне пристрелить тебя, а? А? Скажи всем, чтобы уходили. Скажи им, чтобы уходили. Вы все, убирайтесь отсюда. Пошли вон! Ты ведь все это затеял, верно? Да, давай закончим это вместе.
Эй! Вставай. Неужели ты думал, что сможешь прийти сюда и избить меня? Это 10 тысяч крор, чувак. Ты хотя бы знаешь, сколько в нем нулей. Бродячая дворняга. А, Санджай пришел. Санджай? Что случилось, Санджай? А? Что случилось? Почему ты не отвечаешь? В чем дело? Мы сделали это! Да! Ура! Да! Отправляйся на Карибы. Ты будешь первой подозреваемой, так что давай не будем давать никаких зацепок. Увидимся через неделю. Хорошо. Ладно, пока, увидимся. Доставьте эти деньги в швейцарский банк в течение 2 дней. Спасибо. А это тебе.
ఉరికినట్టు రోజు పెంచి ఉట్టిరారా పట్టు అందం పట్టానే నీకే రాసిస్తా అందరాకు మందు పైన వాళ్ళు పోయరు అంటినట్టు ఉక్కపోతే పెంచేసి నీ దిక్కే తీరుస్తా రసికతకు నే చెలికతనై అంటాను ప్రతి నిమిషం ఈ సరసములో నే చెరి సగమై ఆడిస్తాను చదరంగో జాలడికి తీర్చేస్తా బాకీ నీకిస్తా ధమ్కి కోలో కిడికి ఓ డాలరు పిలగా చిల్ చిలగా నే జంగల్ జింకను రాకే ముందు వెనక లేదనక చల్ బూమ్ బూమ్ బద్దలిక ఓ డాలరు పిలగా చిల్ చిలగా నే జంగల్ జింకను రాకే ముందు వెనక లేదనక చల్ బూమ్ బూమ్ బద్దలిక Что ты сделал? Санджай? Санджай? Ты видел Санджая? Нет. Куда делся Санджай? А мне откуда знать? А, Санджай, где ты? Им нужен кто-то, чтобы выпить. Хочешь попробовать? Правильно ли обманывать Кришнадаса? Санджай, если бы мы не обманули его, наша семья сейчас была бы на улице. Идиот, у меня нет семьи. Почему ты пытался разрушить мою жизнь? О чем ты, Санджай? Отбрось свои, о чем ты говоришь, Санджай, и включи телевизор, зажигатель. Алло, алло. Привет, привет, привет. Привет. Садись. Только не говорите, что он попал в Голливуд. Эй, он не Санджай, он Кришнадас. Мы обречены. Он не Санджай? Эй-эй-эй, 10 тысяч крор, чувак, 10 тысяч крор. Я был дома неделю, а ты так и не понял, что я не Санджай? Он одурачил моего свояка. Вам интересно, как повернулась история? Десять тысяч крор, чувак. Ты хоть знаешь, сколько в нем нулей? Бродячая дворняга. Посмотрите, вот что происходит, когда вы нанимаете бродяг в отель. Я определенно нужен ему. Ему нужна ниточка, чтобы поймать меня. Вы должны стать ведущими. Идите к нему домой и слоняйтесь там без дела. Слоняйтесь без дела, пока он вас не поймает. Как только вы попадетесь, он будет пытать вас, либо предложит деньги, чтобы доставить меня туда. Как только я приеду туда, я взведу свой рычаг. Его время пришло. Бродячая дворняга, да? Бродячая дворняга, да? С чего такое неуважение ко мне? Он принимает какие-то наркотики, обыщите его. Дайте это ему.
Мы люди среднего класса. Мы сосредоточены только на том, как прожить на те 10, 20, 30 тысяч, которые зарабатываем. Но мы никогда не думаем об обмане или ограблении. Но я хотел дать вам почувствовать, как мстит мужчина из среднего класса. Не потому, что ты обманул меня, но ты разрушил мечту профессора о мире, свободном от рака. Ты убил его вместе с его дочерью. Вот тогда-то я и решил показать вам предостережение человека из среднего класса. Дорогой, Джен Акамо пропала. Джен Акамо пропала? Да. Эй, что ты с ней сделал? Погоди. Эй, что ты сделал с мамой? Мама, с самого детства я рос без матери. Когда я впервые встретил тебя, я подумал, что моя мать, наверное, похожа на тебя. Хотя я обманывал других дома, я всегда был честен с тобой. Береги себя, мама. Кришна Дас, мать никогда не обманывает. Мама? Все они одинаковые, поверь мне. Когда умер мой муж, я думала, что мой сын исправится. Но когда он заменил фотографию моего мужа фотографией слуги, я хотела убить его в тот же день. Кришна Дас, это правда. Я твоя мать. Я не могу жить с этими животными. Забери меня с собой. Я взял маму, потому что хочу, чтобы она была со мной. Я взял деньги, потому что ты их не заслуживаешь. И ты хотел купить моих друзей по 50 крор за каждого? Они похожи на моих маму и папу. У тебя достаточно денег, чтобы купить их? Тебе не кажется, что во всей этой программе отсутствует какой-то персонаж? А? Что ты сделал с Долли? Алло, Санджай? Да, детка. Не могу дождаться, когда увижу тебя. Сколько еще ждать? Я могу понять. Осталось всего 4 дня. Да, всего 4 дня. Увидимся на Карибах. Люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Наслаждайся всем, как можешь. Все кончено, друг мой. Помни. У нас с тобой только лицо одинаковое. Лицо, а не мозги. Это займет совсем немного времени, и все, что у меня есть, это время. Это еще не конец. Бродячая дворняга. Я пнул тебя, как футбольный мяч, и отправил в тюрьму только за то, что ты назвал меня бродягой. Скажи это еще раз, и я раздавлю тебя прямо здесь. Алло, да, детка? Пришло время медового месяца. Свояк? Кришна Дас сварил из нас всех суп! Дорогой? Папа? Кокаин, черт возьми. Плавно поверните свое лицо. Отпусти! Отпусти! Отпустите меня! Ну что, дорогой? Они крепко держат тебя, да? Мистер Тхануджай, председатель ДИТРАС, спонсирует исследование рака на сумму 10 тысяч крор. Эй, ты должен быть в тюрьме, ты что тут делаешь? Чьи деньги вы пожертвовали? Последние новости. Господин Тхануджай объявлен центральным министром здравоохранения по квоте Кабинета министров. Так что мистер Тхануджай, который хорошо известен как бизнесмен, теперь поступит на госслужбу в качестве министра здравоохранения. Министр за один день? Как? Не принимай близко к сердцу, что я сказал раньше. Если понадобится любая помощь, вспомни обо мне. 5-звездочный отель, чувак, это будет стоить 300 крор.
Я не хочу бесплатно. У меня с собой есть немного денег. И сколько там? Скажем, сотни. А остальные 200? Ты ведешь себя как священник? Ладно, ладно. Мадам, а кто наш новый босс? Понятия не имею, помолчи. Начало конца. Год спустя. Санджай. Ананд. Анджали. Акаш. А ты уверен, что это мальчик будет? Если не так, то... Ананди. Почему последнее слово всегда за тобой? Давай решим, а потом назовем ребенка. А что тут решать? Ты уже багаж Алло? Отдал. Кто это? Эй. Привет, двойник. Ты ведь не знаешь, что значит двойник, верно? Бродячая дворняга. Эй! Как тебе удалось выбраться? Ты действительно плох в разговорах, официант. Скополамин. Это наркотик, контролирующий сознание. Он крадет свободу воли. За то, что я взял на себя труд и заставил тебя плясать под мою дудку? Именно так. Но сейчас нет необходимости прилагать усилия. Таблетку, которую я создал в Панаджи. Просто дай им таблетку, и они последуют за тобой, как овцы. Деревья, поля, вода, огонь, ветер. Они принадлежат нам. Мы должны были выйти. Но они насильно заключили нас в тюрьму. Я король, который пришел освободить вас. Вы рабы, которые должны подчиняться мне. Если они встанут на пути, будь то тюремные стены, или копы, или шторм, мы должны идти вперед, прорываясь сквозь них. Вперед! Я иду за тобой. Приготовься.
Санджай! Что нам делать? Это начало конца. Предостережение Даса 2. Фильм озвучен в 2023 году релиз группы «Селена». Специально для поклонников актера «Вишваксен найду». Перевод на русский язык – Ольга Шабанова. Роли озвучивали Виктор Еременко, Рубаков Антон, Гусь Борис и Селена.